Вітання аудиторії Мілітарного. Розпочинаємо запис чергового епізоду мілітарного подкасту, який знову ж таки присвячений автомобільній техніці, легким бронемашинам. І сьогодні маємо крутого гостя. До нас із практики прийшов Сергій Вілков, який є керівником відділу розвитку цього підприємства, тому сьогодні буде можливість отримати дуже точну інформацію якби і по еволюції козаків, і по тому, які є перспективи і задумки у подальшому розвитку цього сімейства бронемашин. Вітання, Сергію. Спасибо. Було приємно узнати, що я крутой. Це доволі хороша новина з утра. В принципі, що... сам факт вашої участі в нашому подкасті. Ні, я ж не проти. Окей. Сергій, перед тим, як ми почнемо розбирати конкретно модельний ряд козаків, там вже є трошки що розбирати. Точно. Да. От, в принципі, чому підприємство досить таки давно, більше 10 років, побачило якусь перспективу в цій ніші? І як ви для себе взагалі бачите вашу нішу? Які машини ви створюєте і яку нішу розвиваєте? Кстати говоря, вы очень интересно заметили. Да, действительно, впервые идея производства бронеавтомобиля такого типа пришла в голову в 2009 году, то есть уже 12 лет назад. Это уже было в декабре 2008 года. Угу. Так что ровно 13 лет, как казак, как идея появился на свет. В то время мы еще занимались гражданскими гражданскими автомобилями. То есть бронеавтомобили, именно инкассаторские автомобили, были нашим основным профилем, а также мы делали в то время различный спецтранспорт для полиции, для спецслужб, разнообразные специализированные автомобили, потому что практика такая, компания существует еще с начала 90-х. Вот. И в 2008 году, по-моему, как раз-таки в районе вот этих чисел декабря, Министерство обороны Украины вышло на нас и предложило нам, как одной из тех компаний, которые умеют работать с броней, в данной ситуации это было принципиально важно, потому что за разработку могли взяться многие, но тут было важно, умеет ли компания работать именно с вопросом защиты людей. Поэтому мы были одним из кандидатов, по большому счету кандидатов это было два. Но второй кандидат, это Харьковская КБ «Морозова», к тому времени уже делал свою машину «Дозор». Угу. Причем на тот момент, я напомню, что существовал еще «Дозор А». Именно поэтому текущая версия называется «Дозор Б». Существовал он примерно в том же виде, в котором в итоге существовал «Казак» первый. Угу. Но просто я хочу напомнить, что оба проекта, они очень старые. Тобто запит був саме від Міністерства оборони, і вони формулювали, зробіть нам що? Да, і от тут починається найцікавіше. У них була ідея створити легкий бронеавтомобіль для української армії. Тому що машин такого класу українській армії тоді не було. І це, собственно, не должно вас удивляти, тому що, в принципі, ідея легких бронеавтомобілів, о яких я розкажу чуть пізніше, вона достатньо нова для армії світу. И по сути, как осознанная потребность, вот так назовем, осознанная потребность именно в таком виде бронетехники возникла, наверное, только уже в нулевые. Mm-hmm. Поэтому сказать, что Украина сильно в тот момент отстала, что в 2009 у нас не было таких машин, нет. Это нормально, что их не было. У них была скорее идея и очень некоторые предположения относительно того, что это должно быть. По сути, этих заданий было на уровне вот примерно такое, а какие у вас характеристики получатся, ребята, ну вот какие получатся, такие получатся. Давайте сейчас попробуем вообще сделать легкий бронеавтомобиль. И мы действительно... Было зрозуміло тоді, під які війська, там, під ДШВ, ССО, там, нужна была просто универсальная машина. Более того, тогда предполагалось, что она должна быть маленькой, потому что Опять-таки, не могу сказать, что это вина этих людей, потому что никто тогда не мог точно сказать, какая должна быть машина. Мне было очевидно, что маленькая машина, как они тогда хотели, в районе 5-6 тонн, это недостаточно. Примерная логика была такая, что смотрели на американцев, которые использовали бронированные «Хаммеры». Угу.
И говорили, что нам нужно что-то вроде Хаммера. Тобто референс був Хаммер. Да? Да, хотя это принципиально неправильный референс, так как Хаммер это не легкий бронеавтомобиль, это джип, это УАЗик. Другое дело, который можно бронировать. Такой УАЗик можно забронировать, другое дело, что радости после этого он вам не принесет. Ладно, он не приносит и не бронированным. В общем, ну да, Хаммер был как условное... Хаммер скорее использовался как пример того, что эта машина будет делать. То есть такая рабочая лошадка. Ну и размер тоже предполагался в таком ключе. Поэтому мы выбрали в качестве казака один, тогда он назывался просто казак. То есть, когда мы начали думать, как реализовать эту идею Министерства обороны, вот он, да, мы начали выбирать базу. Было очевидно, что это должен быть какой-то легкий грузовичок. Изначально первым идеей была вообще Шишига. Но Шига громоздкая. Поэтому мы посмотрели на рынок, выяснили, что не так много хороших грузовиков. Тут же основная проблема еще состоит в том, что очень важно не только сколько, на какую полную массу рассчитан грузовик, но и сколько он вообще везет. И вот мы выбрали его Кадели 4х4, потому что он имел собственную массу, если я правильно помню, 2,5 тонны, а вез 3 тонны, с полной массой 5,5 тонны. Ну и мы не могли представить, сколько будет весить бронекорпус, только расчетно. То есть мы в наших 3D-программах смоделировали корпус, прикинули, что как раз с предполагаемой полезной нагрузкой в 900 кг это будет в районе 3 тонн, и выбрали эту базу. И вот, собственно, то, что получилось. Получился такой, ну, откровенно неказистый, если сравнить с современными казаками, броневик, который получил название «Казак», как наиболее очевидную ассоциацию, и дальше не произошло, по большому счету, ничего, потому что он был показан на параде, да, вот он на параде, видите, 18 лет, а люди, знакомые с арифметикой, как раз смогут легко посчитать. 2009 год. Я как раз нашел кадр, где видно именно, что это 18-летие независимости. Вот, он покатался, все похлопали, вот даже хлопающие видны. Да, тут и на этом по большому... Тарасика Ющенко, да? Да. И не произошло дальше ничего, потому что дальше, по-хорошему, это сейчас нам очевидно, тогда мы еще не вполне понимали, что, как бы, да, есть изготовленный прототип, но пока его не возьмут на испытание, мы, во-первых, не будем знать, удачна ли конструкция, потому что только прошедшее испытание машина, считаются родившиеся. Если совсем по-хорошему, то родившаяся машина — это та, которая попала в серийное производство. Про это я тоже расскажу. Но все равно, до испытаний у тебя есть просто коробочка на колесах, которую ты показываешь, на которой можно покататься и которой все похлопают. Это еще не машина. Катались долго просто. Катались недолго. Катались ровно 2 минуты на параде, и потом мы несколько раз в течение осени 2009 года, вот как раз предыдущая фотография была оттуда, катались, ну, это то, что сейчас мы называем заводские испытания, то есть, когда мы сами катаемся. Да, в этом деле участвовал Министерство обороны, они прислали комиссию, комиссия смотрела, выдвигала предложение по доработке машины под испытания, потому что это же был типичный первый блинком, то есть мы уже сами сделав машину, видели, что она, допустим, получилась по весу несколько больше, чем мы предполагали, это было связано с дополнительными элементами, которые мы в процессе уже выполнение пожеланий Министерства обороны начали добавлять на машину. То есть было уже видно, что как-то нам нужно ее облегчать. То есть если бы в тот момент нам сказали, парни, условно весной 2010 года едем на испытание, то мы бы к этому делу уже бы переделали этот казак, сделали бы новый предиспытательный прототип, и, соответственно, он бы стал другим. Но в том-то и дело, что нам не сказали. Нам сказали, машина ничего, так да, ничего. Самое главное от нее, красивый кадр на параде получен. А насчет того, чтобы брать войска... давайте чуть-чуть попозже. Потом стало очевидно, что это связано было с уже готовящимися перетрубациями в руководстве Министерства обороны, то есть там потом министр обороны поменялся, поменялась куча людей, которые вообще выдвигали эту инициативу, а у нас же, понимаете, нет же такого, что ты подписываешь, скажем, совместное решение или договор о намерениях, или даже техническое задание с Министерством обороны, и потом
следующие люди, которые занимают должности вместо тех, кто подписывал, они будут это выполнять, потому что подписывалось не с Ивановым Иваном Ивановичем, а с такой должностью. Институциональную память. И у нас... исключительно. Какая хорошая фраза. Okay. Да, институциональной памяти нет, и поэтому все это заглохло. И дальше мы, собственно, пошли же в скорой помощи. В, да, вот где-то в районе 2011-2012 года у нас стало понятно, что надо делать, расширять нашу гражданскую линейку, и мы очень серьезно пошли в бизнес скорых помощи, потому что это же вещь, которая не обновлялась очень долгие годы, и как раз стали ходить, ну не слухи, а стало понятно, что рано или поздно Министерство здравоохранения будет обновлять имеющийся парк, который идет с 90-х. Плюс частные клиники стали все больше и больше открываться. Мы видели перспективы в этом рынке, пошли в скорую помощь, и вот, как известно, именно мы в 2013 году выиграли тендер на замену парка скорой помощи. В общем, грубо говоря, в этот момент мы полностью сосредоточились на новых машинах гражданского типа, уже, видите, даже не бронированных. И как народился «Козак-2», как вы до него повернулись? 2014 год. Этот вопрос, как это родилось, понятно, как, вернее, какой на него ответ. Возникли непреодолимые обстоятельства, которые резко подняли. Мы бы не хотели, чтобы возникла эта потребность, но она возникла. Возникла потребность действительно в перевооружении украинской армии. К тому же конфликт на Востоке, он относится к такому типу конфликта, который ясно показывает, зачем нужны такие машины. Это очень классический пример машины, которая носит в мире название MRAP, то есть Mine Resistant and Ambush Protected. Миноустойчивый и засады защищенный. Вот. Суть таких машин в том, что они нарушают принципиально, вернее, намеренно нарушают... Знаете, вот есть такой типичный баланс, что уровень защищенности должен соответствовать уровню вооруженности. То есть, грубо говоря, машина должна быть и хорошо вооружена, и хорошо защищена. И, то есть, когда этот баланс нарушается, это всегда намеренно. Ну, бывают случаи ненамеренные, когда просто руки кривые у конструкторов. Но вообще, когда он нарушается, то к этому есть определенные предпосылки. Ну, яркий пример нарушения баланса в пользу атаки – это концепция колесных танков, типа Ивака Центаура. Поскольку вы сказали, что все, кто нас смотрит, люди в теме, то я не буду рассказывать, что такое колесные танки Ивака Центаура. Да. А вот в МРАПах противоположная ситуация. Они намеренно очень хорошо защищены при небольшой огневой мощи. То есть, сами видите, какая тут огневая мощь. Тут чувачок сверху, и... У этой машины даже бойниц, кстати, нету. Но это и правильно, потому что бойницы, по большому счету, это же не вещь для прицельного огня. Тобто починали с хаммера, как ориентира, але мы, «Козак-2» вот, в 2014 году, когда все это закрутилось, то мы, во-первых, у нас была первая задача была сдать скорой, потому что мы вот как раз осенью, ту горячую осень, 2013-2014 год, мы как раз реализовывали этот проект. Короче говоря, в итоге мы в реальности скорой сдали ближе к концу весны, когда мы получили все документы и медприборы. И вот тогда уже ресурс заняться «Казаком». Нет, то, что нужно заниматься. Изначально «Казак» скорее родился у нас как однозначное понимание, что мы займемся изготовлением второго поколения «Казак» в конце июня, после того, как мы съездили на выставку «Евросетри» и, так сказать, уже свежим взглядом посмотрели на то, что из себя представляют бронеавтомобили. Но пока все это шло как идеи, мы параллельно же на самом деле уже занимались военными автомобилями, мы бронировали КРАЗы, КАМАЗы, МАЗы даже, по-моему, там были, то есть просто Министерство обороны пригоняло нам те грузовики, которые у них есть, и мы делали из них так называемые крепости на колесах, то есть заменяли кабины на бронированные и ставили на ложе грузовика, кажется, так это называется, бронебудки, в которых перевозились солдаты. То есть вот это наш был основная, так сказать, производственная задача лето-осени 2014 года. А вот параллельно действительно мы зрели к тому, что нужно делать «Казак-2». И вы его хотели робить как МРАП. И вы его хотели ходить как МРАП. В общем, видите, это машины достаточно большие. Их задача действовать как основной перевозчик личного состава в тех... в том виде боевых действий, где идет так называемая симметричная война, когда одна сторона заведомо слабее другой,
І по этой причине вынуждены переходить, да, вынуждены, потому что по-другому она не выиграет, переходит к тактике засад. То есть, соответственно, эти машины, им в первую очередь нужно быть достаточно защищенной. А огневая мощь в любом случае как-нибудь с огневой мощью разберутся. Плюс, видите, такие машины, они, как правило, на 8, 10, 12 человек, то есть такие небольшие группы, как основная боевая единица в таких это войнах. Это фактично отделение. Да, именно, это отделение. И получается, что сами американцы эти с необходимостью таких машин столкнулись, когда они вошли в Ирак, Афганистан. Я просто не помню, куда первые они вошли. И где-то, по-моему, к 2007 году они поняли, что у них нету подходящего вида техники. При этом они, второе, что они поняли, это то, что основная опасность идет от мин, а у них машины, собственно, особо не защищенные. То есть не на страйкерах же ездить. Да и тогда страйкеры в том исполнении, которое они были в начале нулевых, не были хорошо защищены от мин. И тогда они создали вот эту программу МРАП. Именно это название программы, которое дало имя таким бронеавтомобилям. И вот обратите внимание, что они сделаны-то на самом деле на базе грузовиков. То есть они, по сути, обратились к американским производителям, сказали, вот что вы сделаете, мы все будем покупать. Потому что нам нужно много, нам нужно очень много. Mm-hmm. И это нужно очень быстро. И тогда целых 5 компаний, одна южноафриканская, одна британская и 3 канадо-американских. Говорю канадо-американских, потому что американская промышленность организована таким образом, что там часть производственных мощностей всегда находится в Канаде. Поэтому понять, что канадское, что американское, абсолютно mm-hmm. невозможно. И вообще у них один телефонный код. Что вы хотите с этих, от этих стран? В общем... Багато важливо... Ні, лично ваше желание, Александр, у меня тоже есть желание, да. Но это такое. В общем, это я к тому, что не стоит удивляться, что мы опять-таки в качестве базы выбрали грузовик. И вот теперь и мы действительно идем. Да, вот Ивеко вот Еврокарго. Очень хороший грузовик. Честно говоря, вот теперь, когда мы изготовили столько казаков, и они столько поездили, мы знаем, что это. Тогда мы предполагали, что это хороший грузовик. А взагалі був вибір? Ну, тобто, знаете, можна було так по базару походити? По базару походить можна, а вот купить-то особо нечего. Потому что реально грузовиков, которые 4х4, которые параллельно используются в армиях этих стран, потому что важно, что если армия использует... Вот это же военная версия ВК Еврокарго 4х4. Потому что... Если страна использует военную версию, значит, гражданская версия также подходит для тяжелых внедорожных условий. Ведь военный грузовик – это же, по большому счету, неправильное название. Правильно назвать грузовик для тяжелых дорожных условий. С его точки зрения, главное, чтобы он имел хорошую проходимость. И вот таких грузовиков, их не так много. Их было, ну, если так выбирать, наверное, десятка, полтора, может быть. Причем там были совсем экзотические варианты типа Унимога. Да, это прекрасная машина. Немцы Динго свое делают на Унимоге, но только вы же видели, сколько она стоит. Мы выбрали, по большому счету, Ивеко как самый лучший из таких грузовиков в нижней ценовой категории. Да, еще был МАЗ, но МАЗ... Ну, мы его рассматривали, правда, МАЗ еще дешевле. Но МАЗ, это как раз то, что я говорил, МАЗ весит 16 тонн, полная масса, сам по себе... Не, МАЗ, полная масса 16 тонн. Весит 8 с копейками, везет чуть меньше 8 тонн. Ивеко, Еврокарго, само весит 5900, везет 9100. Feel the difference. Mm-hmm. Соответственно, реально у нас, честно говоря, вот кроме Ивеко, особо выбора не было. Тут же еще, что еще сужало выбор? Это наличие здесь, на Украине, дилерской сети, которая будет обслуживать. То есть мы не могли взять какой-то экзотический, скажем, австрийский, вот был хороший грузовик, а толку, если он тобто, здесь не обслужит. Забегаючи наперед, зараз Ивеко обслуговує да. в якоїсь А у вас будет казаки. Топовый вопрос, ну просто я видел, что он топовый, про обслуживание, я расскажу про обслуживание. Сейчас как. Да, вот этот автомобиль, назовем это так, который у нас получил ласковое прозвище «Фердинанд», в силу сходства, причем любопытно, я это думал, что это речь идет о сходстве с немецкой самоходкой «Фердинанд», если это вообще самоходка, кстати. А
Потом выяснилось, что тот, кто его впервые назвал, имел в виду, что он похож на Фердинанда из «Места встречи изменить нельзя». И действительно, он похож на этот грузовичок, который был у водителя. Не знаю, чи наші зумери, що нас дивляться, пам'ятають взагалі, хто це. Ну, але окей, будемо ж нас... загуглити, да? Подождите, господа зумеры. Так вы тогда и Центаура, идите отсюда тогда. Нет, на самом деле, если кто-то из вас смотрел «Место встречи изменить нельзя», это крупная ошибка с вашей стороны. Ты бачив, крутая штука. Взяли це фото раніше? Да. Да. Да, дело в том, что это фотографии в интернете висит. Mm-hmm. Это вот первый... У нас была тогда задача не показать, каким будет Казак-2, показать, что вообще возможно на этой базе сделать Казак, mm-hmm. что оно будет ездить, и вот примерно такого оно будет по объему и по степени защищенности. Это концепт. Да, концепт, причем не тот концепт, которым хвастаются на выставке, потому что это концепт совсем сырой, uh-huh. а мы вот его сделали, сами видите, в какое время года, это был ноябрь, что, кстати, ясно показывает, что в 2014 году ноябрь был более снежный, чем в 2021. Uh-huh. И основные идеи, тут бачу и двери, какие сзади. Да, кстати, тут так... очень интересно, тут как раз впервые мы пришли к идее, что двери должны открываться вот так, чтобы mm-hmm. создавать при выходе на поле боя такую себе дополнительную защищенность. Ну, это действительно неплохая идея. Mm-hmm. А правда, она имеет свой минус в том плане, что если выпрыгиваете из машины на ходу, то это наоборот создает опасность. Но опыт показал, что в принципе машина может достаточно замедлиться, все равно же на большой скорости особо не выпрыгнешь. То есть, грубо говоря, вот это как раз один из тех компромиссов, о которых я потом позже расскажу. Тот минус, который он дает, гораздо меньше, чем плюс, который он дает. Потому что сам по себе идея вот этой защищенности, она очень пригодилась, ну, в реальной, так сказать, жизни. На ходу, взагалі, доводиться выстрибывать из автомобилей? Да, в... на маленькие швидкости. Да? Нет, они действительно замедляются, но бывают mm-hmm. случаи, когда замедлиться просто невозможно. Mm-hmm. И тогда это минус. Тогда просто, честно, выпрыгивают через заднюю дверь. Это есть так, совсем. И когда появился уже не прототип, а не прототип, появился в весной 2015 года. Вот я, кстати, давал вам фотографии, где видно, как он катается в приграничной зоне. Приграничной, я имею в виду именно ту границу, то есть на востоке. Да. Прифронтовой, да. Но она называлась приграничной, потому что, во всяком случае, так было написано на... Угу. на этих указателях. Они, я, понятное дело, имели в виду несколько другое, но неважно. Правильно, лучше сказать прифронтовая зона. И это был тестовый, а, соответственно, в течение, если я правильно помню, мая, июня, не, раньше, апреля, все, вспомнил, смотрите. После того, как мы показали вот этот вот концепт в конце ноября министру обороны, министру внутренних дел, они мгновенно, реально мгновенно, то есть mm-hmm. мы даже удивились, что так быстро повернулась машинка, это бюрократическое, создали комиссии, которые теперь уже вместе с нами начали разрабатывать техзадания на нормальный Казак-2. То есть они уже прописали, что там должно быть, и поэтому техзадания, мы уже примерно знали, что там будет, у нас же были закуплены шасси. Короче, мы реально в течение зимы, угу. точно, мы в феврале, у нас был готов уже... 15-го года, да? Да, 15-го года был готов предиспытательный прототип, мы его отдали на опытную эксплуатацию, вот он в течение марта катался немножко по вот этой прифронтовой зоне. И, да, кстати говоря, тогда почти пожеланий не было. Да, там буквально несколько пожеланий, причем такие, знаете, эргономические, сделать поудобнее ручки, там чуть по-другому расположить сиденье внутри. И мы это быстренько реализовали, и в, да, действительно, в апреле 2015 года мы отдали на так называемые ведомственные испытания. Это важный момент, потому что, смотрите, есть два вида испытаний. Ведомственные и державные, и государственные. Смешное название, будто бы ведомственные, не государственные, да? Но, тем не менее, так уже исторически сложилось. В общем, разница в следующем. Ведомственные испытания – это испытания, которые проверяют, соответствует ли машина тем характеристикам, которые заявляют. Государственные проверяют соответствие машины требуемым характеристикам. То есть, грубо говоря, по итогам на ведомственном испытании ты можешь сказать, ну вот мы делали по техзаданию, вот получилось что-то такое, ну не совсем, но в принципе же вот есть, давайте посмотрите, вот у нас такое получилось. А потом решите, может вам такое тоже подходит. Mm-hmm. Испытания проверяют, действительно ли машина имеет те характеристики, или они только на бумаге, и говорят, подходит. А дальше появляется такой приказ, допуск, не помню как он называется, по-моему, допуск эксплуатации. Суть этого приказа, что эта машина не поставлена на вооружение,
Но ее можно покупать. А государственные испытания, они уже отталкиваются строго от тех заданий. Они говорят, мы хотели вот такие параметры. Извольте предъявить у машины вот эти же параметры. Если окей, тогда да, вы выполнили машину по нашему заданию, и мы ее ставим на вооружение. То есть, грубо говоря, чисто для казака это было одно и то же. Он вообще параллельно проходил и ведомственные, и эти государственные испытания. Я, кстати, даже уже не уверен, что это было в апреле, потому что все это, все было понятно, что машина в целом получилась, какая нужна по тех заданию. Ее характеристики быстренько проверили, и мы начали производить, и, если я правильно помню, 11 июля 2015 года первая партия из 11 казаков была передана Национальной гвардии Украины. Не армия, а МВС зреагировала. Армия хотела дождаться, да, армия не соглашалась только на внутриведомственные испытания. Армия была основным автором технического задания, им нужно было, чтобы они получили машину именно по техническому заданию. Поэтому было важно дождаться прохождения именно государственных испытаний. Внутриведомственные, ну, Нацгвардии, ну, по естественным причинам, ей и машина-то нужна была попроще. У нас даже получилось такое разделение. Так называемый «Казак-001», не знаю, кто придумал такое название, «Казак-001», это чтобы запутать противника и сбить с толку остальных, по-другому не скажешь. Машина вообще «Казак-2», но по документам называется «Казак-001». А «Казак-2» осталось названием для именно военной версии. А в чем разница? Разница в уровне бронезащиты. У «Казака» армейского это второй станок, у «Нацгвардейского» первый. И по комплектации всякими специальными приборами, потому что армейский укомплектован, в общем, он очень хорошо укомплектован, а вот у Нацгвардейского все упрощено, допустим, там нет ФВУ и есть просто простая система вентиляции, ну это как самая простая. Разница. І от вперше ми побачили, що якусь машину взагалі беруть, виробник намагається там підривати, обстрілювати. А, да. Вот этот подрыв, который мы смотрели, это был очень интересный момент, потому что это были последние в ряду вот этих государственных испытаний. Они шли, смотрите, они, по-моему, начались таки осенью 15-го года, ну я могу путаться в этих датах, примерно в это время, и шли весь 16-й год. И, понимаете, внутриведомственные испытания, они проверяют характеристики достаточно, не то чтобы простым, но они быстро это проверяют. А вот государственные испытания, они, допустим, гоняют машину несколько тысяч километров по бездорожью. То есть они длительные. И главное, там много методик, очень много методик. Я вот не помню, сколько методик было у «Казака-2», знаю, что у «Казака-2М» их оказалось более 50. А были ли ранние подрывы? Я вот сейчас как раз расскажу. Но в любом случае у «Казака-2» они тоже было там около 40 точно методик. И последней методикой было испытание на подрыв. Смотрите, испытание на подрыв вообще. Это достаточно распространенная практика в мире. Мы, к счастью, живем в 21 веке, у нас есть компьютеры. Проводятся просто математические расчеты. И для «Казака-2» были проведены математические расчеты, однако было желание всех сделать реальные взрывы. В первую очередь потому, что все-таки многие люди не доверяют математическим расчетам, так уж вышло, и зря, как оказалось. А во-вторых, потому что это просто круто, просто круто. И мы совместно с испытательной командой, это был институт целый же, заведовал испытаниями, придумали, как провести испытания. Испытания проводились по чисто санаговской технологии. То есть закладывание одного заряда под днищем, второго заряда под колесом. В данной ситуации у машины был уровень 2А2Б по станогу, то есть там и там 6 кг тротилового эквивалента. То, что вы видели, это было два взрыва. Это более, конечно, серьезным для машин испытания был взрыв под днищем, но вот по машине после этого было, ну, видно, что у нее так вогнулось днище. Ведь суть противоминного днища V-образного, в первую очередь, деформироваться и съесть как можно больше энергии взрыва. И вот было очень хорошо видно, как оно вогнулось. Но разрушений так, если посмотреть, на машине особых не было. Это было невероятно забавно. Мы сидим на вышке, черт знает, скольки сотнях метров от этого дела. Взрывается. Дым, грохот. Столб вот дыма стоит. И мы думаем, вот сейчас он опустится, там вообще казак будет. Опустился, казак стоит, как ни в чем не бывало. Мы такие, да, подходим. Вот когда подходишь и смотришь на днище, видно, что его так чуть-чуть
перекорежило, днище самого гнута. Но так смотришь, машина как машина. А вот после взрыва под колесом, да, разворотило его, конечно, уже знатно. Там на видео видно, как покрышка взлетела метров так на 300, наверное. Что, кстати, интересно, после взрыва даже двигатель завелся, то есть это... Сам от страха. Да. Нет, это был очень забавный момент, потому что, конечно, никто не думал, что после 6 килограмм... Вживую взрыв выглядел откровенно страшно. Он просто никто не думал, что после этого двигатель там, в первую очередь, по части электроники выживет. Нет, он выжил. Короче говоря, самое же интересное в том, что во время испытания на подрыв ты проверяешь, по сути, основная величина, которую ты проверяешь, это значение ускорения в ключевых точках человеческого организма. То есть там же сажались манекены, на манекены ставились датчики. Найти датчики, кстати, было самым сложным в этом испытании. То есть, когда раньше же на Украине, да не только на Украине, вообще в СНГ не проводилось испытание на подрыв, и, соответственно, никто эти датчики не запасались в испытательный центр. И пришлось собирать датчики очень во многих местах, но они молодцы, все-таки собрали, одели манекен и потом померили. Так вот, значение этих критических ускорений, они оказались, ну так, заметно меньше, чем показывала математическая модель. То есть математическая модель на самом деле задала более жесткие условия для машины, чем реальный взрыв. То экипаж бы выжил. Да, экипаж бы выжил, это однозначно. Там же, если я правильно помню, то по испытаниям непроходом, превышением критической точки является 50% от значения, от смертельного значения. Ну, не смертельного, а я не помню, как это называется, потому что, понятное дело, точка на коленке, на коленной чашечке, она не смертельная, но там есть показатель, при котором она неминуемо сломается, будет фатально повреждена. Вот, фатальное повреждение. Так вот. И в испытаниях смотрится, чтобы везде было не выше 50% от этого уровня, это фатальное повреждение. Да, да, обычно после таких взрывов, ну, мне, конечно, легко сидеть здесь говорить, но, в общем, экипаж, ну, как это сказать, так, чтобы хорошо звучало, страдает не сильно. Почему я так говорю? Потому что, то есть, это не значит, что человек, который переживет взрыв в этой машине, он потом будет инвалидом. Вот это важный момент. Потому что в Ираке у американцев были многочисленные примеры таких подрывов, и там люди достаточно часто возвращались в строй. И даже был один совершенно уникальный случай, когда один из мрапов, как раз тут на Вистаровске, подорвался на, как потом посчитали, эквивалент по разным подсчетам от 200 до 300 килограмм. Да, это был взрыв под колесом, но машина во время этого взрыва подлетела вверх, то есть упала. И да, там трое людей погибло, но оставшиеся 6 человек, они выжили, и двое даже смогли вернуться в службу. То есть даже такой, казалось бы, совершенно сумасшедший взрыв. Да, там машина была рассчитана на 14 килограмм под колесом, 10 под днищем. То есть это более защищенный, чем казак. Но я имею в виду, что экипаж не просто выживает, а отделывается минимальными повреждениями. Хотя, конечно, с моей стороны, опять-таки, мне легко. Тут так все розуміють, якби, да, що мається на увазі. Окей, питання, чи в реальних бойових умовах підривалися десь на мінах козаки, які там історії, чим закінчувалися, чи поки що такого немає? Просто не знаю. Знаєш, мабуть, його і не було таких зв'язок. Да, я знаю, що тут же в итоге оказалось, що війна не зовсім как асиметричний конфлікт, а немножко в другое русло перейшла. Я знаю, що їх... Слушайте, то, що їх обстрілили, я знаю просто потому, що козаки приїжджають на ремонт. То есть это я вижу. Насчет взрыва, знаете, мне кажется, что минимум один случай был, но это был боковой взрыв. То есть он был не под колесом, и там машина, знаете, как собака после дождя, тряхнулась и поехала дальше. И питання, коли армія почала їх купувати? В 17-му году. В якому? В 17-му. І скільки загалом зараз от козаків, два таких армійських? Я не можу сказати. Потому что это, знаешь, к сожалению... Вони є в морській піхоті, вони є в... Слушайте, якщо дуже кратко, їх несколько сотен. Да. Но дело в том, что я не могу вам разглашать конкретно. Эти вещи на самом деле в прессе, но так уж вышло, что согласно условиям договоров с Министерством обороны, в первую очередь мы не можем разглашать характеристики, стоимости, количество переданных по каждому контракту. Про характеристики, да, цікаво, что не можно разглашать. Они есть, потому что это же, знаете, был такой недавно забавный момент, когда мы должны были снимать на одном полигоне. Навіть вони є тут характеристики, які нельзя разглашать. Це військове телебачення зробило. Окей.
Не, характеристики, насколько я помню, немножко другого характера. Чем они вооружены, по-моему, нельзя. В любом случае, невозможно не разглашать характеристики. Ну, ты продаешь машины, ты должен рассказывать. Сейчас он разгласит. Да, вот сейчас этот человек разгласит, потом он самостоятельно застрелится, и все будут довольны. К тому же у вас будет контент. То есть все, кроме Тараса, довольны, но да, шок-контент. В конце концов, вы сами сказали, что на самом деле на это смотрят не любители, а зумеры. А зумерам это явно понравится больше. О, вот это, кстати, V-образное днище хорошо видно. Класс. Классно про озброєння. Там стоїть, або мав би стоять, 12,7-мм стоїть. НСВ, але в окремих підрозділах вони поставлені без озброєння. Тобто, от ні, які, які минуточку, їздять... поставляємо ми дійсно без озброєння. Ми не маємо права поставляти озброєння. Їх вже в частях ставлять. Мали б, якщо в частині. В смысле, що вони і лишились без озброєння. Да. І буквально недавно знаєте... я був в частині, в якій є козаки, в тому числі з крайніх партій. Чи крайньої партії, і теж от в частині цього кулемету немає, тому він використовується. Ну, знаєте, усушка, утрушка, миші з'їли, ну, це розпространена річ. Окей. І загалом, от бачили... А, от, кстати, я знаю, що, щоб зрозуміти, скільки їх взагалі поставлено, можна просто пощелкати новини і посмотреть фотографії. Так, да, це фото партії, да, 2020 року. Так, да, це, кстати, була, наверное, сама... Хоча ні, мені кажется, сама крупна була в 18-му году, но в 20-му була теж дуже крупна. А вот, собственно, они были поставлены. Обычно мы не можем сделать такую фотографию, потому что нас забирают их небольшими порциями. Угу. Мы выдаем небольшими порциями, мы же не их накапливаем их во дворе. Но тут так вышло, что мы действительно закончили все предусмотренное, изготовление всего предусмотренного контрактом количества. Оно у нас реально стояло, нам пришлось дополнительный склад арендовать. И потом мы, когда отдавали, мы вот сделали такое хорошее фото. Нам, конечно, запрещали делать фото, чтобы, так сказать, ну, знаете, это очень так. Питання наступного характеру. Під час виробництва від першої партії, яку ви передали в Нацгвардію, до, наприклад, до цієї партії, наскільки еволюціонувала машина, і ви виправляли виявлені в процесі експлуатації в військах проблеми або побажання військових? Солідно так. Вона солідна. На самом деле, самая большая была разница между казаками из первых двух партий и тем, что пошло дальше. Потому что, знаете, между первым и вторым опытом всегда больше разницы, чем между вторыми и всеми остальными. То есть именно тогда мы меняли конструкцию башни. Можно увидеть, что на первых партиях там башня без переднего щитка. Тогда считалось, что щиток, ну это, он просто не нужен, потому что вот спереди в тебя-то не будет. Ты стреляешь вот в этой плоскости из пулемета, и поэтому противник, он будет пытаться расположиться по бокам от этого. Ну, в любом случае, такая логика. А щиток, он как бы создавал проблему для осмотра. Угу. То есть, ну, знаете, тогда же, опять-таки, пользователям этих машин было не всегда понятно, как она должна работать. Шоп-шоп, да. Да, и поэтому первые были без вот этих передних щитков, потом передние щитки появились. Очень быстро, кстати, появились. Зеркала появились. Вот, прекрасный пример. Зеркало заднего вида непосредственно на башне. Его на первых партиях не было, оно появилось. Какие-то, как бы это сказать, вот всякие вещи, которые изначально вообще непонятно было, ставить на такие машины или нет, как устройство постановки домовой преграды. То есть вот как бы сейчас вот глядя, вот вы, я вижу, как вы удивились, что щитка не было. Ну да, вот сейчас кажется, ну как ты без щитка? Но логика-то тоже есть, что в плоскости направление, из которого ты стреляешь, противник же тоже не дурак, он не будет находиться именно с той стороны. Есть такое хорошее військовое правило, что если тебе хорошо видно противника, то и противнику хорошо видно тебя. Внезапно. Это, да. Но тем не менее, факт остается фактом, что они... Окей. Тем не менее, я по-другому не могу объяснить факт, почему вначале они были без этого, потом появились. А мы переделывали размер окон, мы меняли расположение сидений еще раз внутри. Мы их даже немножко сдвигали, чтобы там было место под укладку. Короче говоря, если я правильно помню, то одним из моментов было то, что коробки с боезапасом, они изначально, по нашим предположениям, должны были находиться около каждого индивидуального места. Потом нас попросили их перенести в одно место все коробки. Ну, это просто пример таких вещей, которые... А потом обратно, что характерно. То есть...
Это пример таких вещей, которые не влияют принципиально на конструкцию машины, но которые делают машину вот от третьей партии сильно отличающейся от первой. Еще что могу вспомнить, ковролин. Изначально машины внутри были отделаны ковролином, как мы делали инкассаторами. Ковролин, конечно, не горючий, то есть мы его пропитывали такой жидкостью, которая препятствует горению. Это, собственно, так пропитываются ткани для пожарных команд. Мы сейчас ей же пропитываем, допустим, сиденье. А потом сказали, да нет, пусть будет просто металл. И потом они пошли в металле. То есть это чисто, сказал бы, косметические изменения, которые не влияют на принципиально на конструкцию, но тем не менее, которые сделали. Зараз вы продолжаете сбирать эти визы? Старые нет. Уже да. Нема. А, от отклики? Да. Да. Но теперь уже пришло время откликов на «Казаки 2М». Да, ну ви, в принципі, вже сказали. Тобто, зараз уже замовнику не цікавий «Козак 2М». Це інтересно. Да? Інтересно, він же дешевле «Казака 2М». «Казак 2М» – це більш складна машина. Він, кстати, родился сам по себе, його ідея. Із одного із тих пожеланий, які було висловлено, які були якраз невозможно реалізувати, на машину цієї конструкції. От нас хотели машину с несущим корпусом, независимой подвеской. Ну, сейчас до него пройдем, чтобы закончить с «Казаком-2». Тут просто пару питань было от людей, да. Так, ну, в принципе, уже відповіли, да, що чи є ще замовлення на «Козак-2»? Они конкретно на... Станом зараз. Конкретно на сейчас нету, но немає, они могут появиться. Может. То есть машина имеет... Смотрите, «Казак-2М», если так говорить, для чем, он имеет некоторые преимущества перед «Казаком-2». Но не всегда эти преимущества нужны. То есть обычный военный транспортник, который... То есть самое большое преимущество – это то, что он гораздо лучше управляется, он гораздо маневреннее. Он... И главное, что он может быть машиной, так сказать, ну, не сказать, что переднего края, но машиной поля боя. А «Казак-2» – это скорее вспомогательная вещь. И потребность в таких машинах существует. И когда у тебя есть возможность купить столько-то «Казаков-2», а вместо этого тебе предлагают чуть меньше «Казаков-2М», и ты думаешь, ну ведь у меня же «Казаки-2» выполнят все то же, что и те 2М. Я лучше куплю на эти деньги больше машин. Поэтому они, так сказать... Да, питання таке, що було від Максима. Як вирішується питання зі стійкістю машин? Відомо, що деякі були перевернуті на поворотах. Покупка «Казака 2М» она решается. Да, есть такой минус. Это минус, характерный для всех МРАПов. Для всех МРАПов, вы ее не можете сделать низкую. Вот сейчас, тут хочу как раз перейти к той самой картинке. Вот, это великолепная, я предлагаю почитать, потому что она прекрасна, пусть в шутливой форме, но она показывает о том, какие вот компромиссы существуют, когда ты разрабатываешь машину. То есть ты где-то, вот у нас очень популярный вопрос, который задается на выставках, это, а что с машины такие высокие? А как вы достигнете требуемых по техническому заданию и, главное, по жизни показателей противоминной стойкости, не сделав машину высокой? Это физика. Машина должна быть высокой, потому что с воздействием взрывной волны борются три вещи. Сминаемый пол, то есть V-образки, многослойные полы, противоминные сиденья, которые не имеют крепления, жесткого крепления именно к корпусу, и сама геометрия, то есть как далеко человек сидит от места, точки взрыва. Поэтому все МРАПы, они высокие. И, соответственно, вот эти вопросы, а уж какие были вопросы у американцев, вы не поверите, но достаточно большое количество среди погибших в Ираке было от того, что машины переворачивались, падали в речку, и люди не могли выбраться. Ну ладно, не совсем много, но такие случаи было не один и не два. Поэтому да, есть такой минус, «Казаки-2» переворачиваются. Как это решить? Покупать «Казаки-2М». Он более приземистый. Да, и тут, я так разумею, питание вид эксплуатанта. А еще, кстати, желательно учитывать такую, так сказать, склонность машины к переворотам на большой скорости и не входить в повороты на большой скорости. Тут багато таких дуже конкретных питань. І вони трохи в претензійній формі написані, але цікаві інформативно щодо допрацювань. Так, тут питання по пневматичній системі гальм. Смотрите, ми на самом деле просто начали защищати магистрали, и все. Это такая проблема существует, потому что пневматическая система есть свои плюсы перед гидравлической. Будем откровенны. Извините, у нас на ИВЭКа пневматическая система. Что, мы теперь не будем покупать ИВЭК? Далее. Поэтому мы просто, да, есть такой минус, поэтому она имеет запасную магистраль, а вообще магистрали банально защищаются. Далее. Ну. Питание по тиску в шинах.
що їх треба за допомогою шлангів, які треба витягувати, да, підключати зовні? Смотрите, есть такой момент, это минус Казака 2, у него нет системы центральной подкачки, она есть только уже на Казаке 2М. Но мы, чтобы совсем не лишать машину возможности менять давление в шинах, мы сделали так называемую внешнюю центральную подкачку, она английской терминологии называется STIS Semi-Central, совершенно не объясняющая ее суть названия, почему полуцентральная. Но суть в том, что да, источник воздуха – это компрессор, но сами шланги нужно выходить и втыкать. Но есть дело в том, что альтернативный вариант. Короче, вот она, но здесь не вполне понятно, как она работает. Эта система, я просто предлагаю погуглить, как дальнобойщики делают систему центральной подкачки. Тогда с двух сторон, ну, с внешней стороны колеса ставится, как будто это действительно объяснить на словах, такой контур, который идет от подкрылка до центра колеса. В центре колеса находится переходник, который передает из неподвижного во вращающуюся трубку, которая, соответственно, вращается вместе с колесом. Эта трубка входит в ниппель. То есть там хитрость – это именно этот момент перехода от неподвижной. То есть если вот это мы… В конце концов, микрофон не обидится, у него нет механизма убежаться. То есть вот такая магистраль идет и приходит в центр колеса. В центре идет такой клапан, который передается неподвижно на, соответственно, вращающийся. Вот эта вторая часть, она вращается вместе с колесом, и, соответственно, с другой стороны она входит в клапан. Таким образом, машина получает такую псевдоцентральную подкачку. Минус – это то, что у тебя вокруг колеса вот эта вот дуга торчит. А там это просто… Е в казаку такая. Это есть, да, но ей в реальности не вполне удобно пользоваться. Если машина ездит по лесам, то эти… она цепляется за это. Дальнобойщикам-то хорошо. Короче, просто смириться с этим краще. Ну, это вы как-то апокалиптично сказали. Ну, грубо говоря, да. Это один из… Да, это один из… Вот, давайте смотрите. Если кратко, то… Склонны к переворотам, худшие ходовые качества, чем машин с независимой подвеской, и вот отсутствие центральной подкачки – это минусы Казака 2 по сравнению с Казаком 2М. Потурели питання. Но я, кстати, хочу вообще напомнить, зачем нужна центральная подкачка. Она нужна для того, чтобы, не выходя из машины, поменять давление в шинах, когда меняется, ну, грунт, так сказать, да, грунт. Когда, когда грунт меняется. То есть существует такая байка, совершенно невытравимая, что центральная подкачка нужна для компенсации прострелов шин. Это, разумеется, не так. Для этого есть другие вещи. Но, думаю, не знаю. По турелі питання. Я так розумію, що незадоволена людина кучністю, яку досягають ЗНСВ. Простите, но ведь это вопрос разве к турелі, не к оружию? А вот я уверен, что это вопрос к оружию. Якось в связи с цим, да? Нет, ну, смотрите, у нас на турелі, мы же для машин, которые мы за границу делаем, мы делаем другие эти… Это кронштейны для оружия и ничего. В принципе, это не проблема. Это вопрос именно какой пулемет ставится на турель. Но ведь не мы выбирали НСУ. Окей. Ну и тут питання по дефектах. Это механично взломанные лифты и люки. И стопоры дверей. Так мы же меняем. В смысле, если все, происходит меняем. Какая… Дело в том, что это вот как раз одна из тех вещей, за которых машины приедут, приезжают. То есть, если, допустим, на простреленное, ну, не простреленное, обстреленное окно есть стекла в ремкомплектах, но, правда, обычно все-таки в реальности это просто приезжают и меняют стекла, то вот эти вещи, это как раз основное, что делается. Да, двери тяжелые, как раз вот замки, между прочим, на дверях, вот эти в люках, да, это один из самых таких часто ломающихся мест. И на базе другого казака было несколько… Да, были штабные специальных машин. А вот самый интересный специальных машин – это вот это с нотой. Это купол, который накрывает от беспилотников. Ну, это комплекс не РЭП. Це РЭП, да, да, это станция РЭП, они невеликими партиями закуповуються, в том числе и в районах ОС, там невеликий радиус дії. Вони і в декількох поколіннях. А так, всередині? Да, як внутрі це знаходиться. Собственно говоря, кстати, одна з таких машин накривала куполом парад.
Що да, забавно. Пригнана за то, до речі. Да. Добре, і чим відрізняється, от переходимо до КЗК 2М, Итак. І зразу можна пояснити 2М, 2М1, в чому різниця, звідки це... Ну, 2М і 2М1 не мають різниці, просто немає. 2М, в свою очередь... Це одна сама машина. Ізначально машина повинна називатися 2М. Чим М було названня модернізірований, зараз ми вже називаємо це монокок в одній причині. Це не модернізація, просто зовсім інша машина. А пішло це від того, що нам попросили, щоб машина була з несучим корпусом, независимой подвеской. Причем изначально даже не было, знаете, требований именно несущего корпуса. Хотели просто независимую подвеску, потому что, ну, понятно, что это совсем другая проходимость, когда машина может прилипнуть, грубо говоря, к дороге. Вот когда мы, поездив по производителям, мы вообще, когда что-то там, какие-то у нас технические идеи, мы часто ездим по другим странам, смотрим, приезжаем вот к производителям, смотрим, как они это делают, то есть, так сказать... Проверяем, что в мире вообще делается. Ходим по базару, как вы сказали. Вот. И мы же как раз тогда нам казалось, что ну, первые были, когда прозвучали, первые реакции, когда прозвучали независимые подвески. Ну какая первейшая ассоциация? Подвеска бронетранспортеров, то есть торсионное крепление к корпусу. Но мы как бы посмотрели на этот вопрос поглубже и, собственно, посмотрели, что, в общем-то, есть возможность, есть достаточно много в мире производителей, которые делают вот так. То есть, видите, здесь есть собственный подрамник, которым крепятся все элементы подвески, и, соответственно, вот эта вот конструкция, которую они называют эксел, по-нашему, было бы сказать, мост. Наверное, единственный более-менее адекватный перевод. Так вот, этот мост банально крепится к несущему корпусу. То есть здесь мы уходим от проблем с геометрией, которые были бы, если бы мы крепили рычаги подвески непосредственно к корпусу. Тогда бы важно было, очень было бы важно соблюдать все эти соосности. А так это лежит на производителе подвески, и, честно говоря, мы очень довольны этим решением. Поэтому вот родился родилась машина с монококом. То есть монокок, несущий корпус, изначально был лишь следствием того, что мы перешли к независимой подвеске. Это да, очень хорошо. Вот, видите, вот это, кстати, как раз-таки два варианта Казака 2. Машина получается... Казака 2М, да. Машина получается компактнее. Машина получается ниже, не намного ниже, слишком низко ее нельзя сделать. Но лично для нас что было важно? Без рамы мы смогли сделать более сложную структуру пола. Днище даже, лучше сказать, поди разбери. С одной стороны пол, с другой днище. Все, что между. Соответственно, здесь, грубо говоря, если очень грубо сказать, здесь больше слоев сминаемых. Это позволило довести уровень миностойкости машины с 6 до 8 кг. А второе, это то, что я сказал, управляемость. Ну, просто я уже говорил, что это пошло от фидбэка Министерства обороны, но дело в том, что очень похожие процессы мы можем наблюдать в американской армии. Они тоже поэксплуатировать МРАПы, они пришли к выводу, что им нужны все-таки более компактные машины. И вот в 2009 году они практически прекратили закупку МРАПов старого типа, вот эти Navistar и MaxPro, единственные, которые продолжили покупаться. А зато они компании Oshkosh заказали вот такую машину, которая здесь крайняя справа, Oshkosh MATV, которая была, они его называли МРАП второго поколения. И вот этот МРАП второго поколения, они потом уже, когда закончились активные боевые действия в Ираке и Афганистане, они на основании него разработали технические требования к так называемой JLTV, Joint Light Tactical Vehicle. Это вот как раз таки машина, которую вы можете здесь видеть, это победитель уже конкурса на J. Тоже, кстати, Oshkosh, что характерно. Назад. Им надыхалось. Да, нет, мы как раз таки им не вдохновлялись, потому что он родился только в 17 году. Казак 2М как раз таки в 16. Я просто показываю логику, что американцы не пошли по тому же, что МРАП должен быть МРАПом, но все-таки чуть поменьше, чтобы он функционально мог заменить Хаммер. И вот эта программа JLTV, она же пошла как замена Хаммера, но замена Хаммера не техническая, а функциональная. То есть как Хаммер — это рабочая лошадка американской армии, так и вот этот LATV — это так называемая, это модель победителя, а JLTV — это программа. Вот JLTV — это вот эта рабочая лошадка. Ее американцы, общая программа закупок составляет 52 тысячи машин. И они уже, собственно, 7500, если я правильно помню, купили. То есть, грубо говоря, сам переход на более компактный МРАП, он
можно сказать, попадает в мировую тенденцию, хотя так рассуждать тоже нельзя, так как в целом во всем мире и большие МРАПы до сих пор закупаются. То есть это очень ситуативно. Почему я говорю, что «Казаки-2» они не должны вообще исчезать из... Тобто це теж була якоюсь мірою реакція на запит замовника, але ви її розвинули. Вони хотіли в більшості незалежну підвізку. Ні, вони просто не думали, що ми... Ні, вони були дуже раді цьому. Якраз, коли ми нам стало зрозуміло, що ми будемо робити монокок, к этому делу подключились силы спецоперации и десантники. И вот мы часто говорим, что идеологом «Казака-2» в таком виде, в котором он родился, был генерал Забродский. То есть как раз-таки армия, но конкретно вот эти спецподразделения, они очень серьезно помогали, ну, помогали институту, который, я думаю, что поскольку здесь... Я думаю, тут стоит перескочить. Нет, картинка красивая. Я просто здесь... Это будет сложно объяснить. Короче, этот фильм просто делался в 16-м году, когда мы еще не знали, что «Казак-2М» держит 8 килограмм. А сейчас у вас на экране вылезет, что он держит 6 килограмм. Это вот мы фактически... Мы сейчас дойдем и, да, и до инших картинок, и видео. Да, вот видите, мы думали, что он будет держать 8 килограмм только под колесом, а когда прошли испытания... Они прошли так, закончились только в 2019 году, а фильм был сделан в 2016 или 2017. Ну, короче говоря, то, что видите, это здесь только прототип. А вот, вот «Казак-2» и «Казак...» Вот то, что вы спросили, в чем разница между «Казаком-2 М1» и «Казаком-2 М2»? Вот «2М1»… Нет, вот... «2М» и «2М1». «2М» — это было первое Целый название. Касание, да. Изначально мы сделали первый прототип, он проходил первую волну испытаний в 2016-2017 году, потом на основании испытаний мы доработали машину. И машина, которая доработанная, ей нужно было просто какой-то дополнительный индекс. Появился 2М1. Но на самом деле мы это называем машину просто «Казак-2М». Мы для себя называем «Казак-2М» украинский, «Казак-2М» экспортный. А по документам это «Казак-2М1», «Казак-2М2». Все. Тобто виходить, що військові є якоюсь мірою співтворцями да. 2М? Ну, вони где-то, з 16-го года дуже активно. І от буквально 6 грудня, да, там скільки, 44, здається, в різні підрозділи сил спеціальних операцій «Козаків 2М» пішло. Да. Тут питання от від Тільки більше. Да. Ну, це те, що було публічно. А наскільки уніфіковані між собою? Що у них є? Да, к сожалению, вони сильно уніфіковані. Почему говорю «к сожалению»? Потому что одним из важных моментов была просьба оставить ту же пару двигатель коробка передач, которая есть у «Казака-2». И мы оказались завязаны на ИВЭКО как двигатели, или если совсем точно, то двигатель называется FTP, Fiat Powertrain Technologies. Это производитель двигателей для концерна Fiat и, соответственно, для машины ИВЭКО. И на механической коробке передач, или, правильно сказать, ручной, CF. И эта же пара осталась у «Казака-2М». И, знаете, это как раз приводит к тому, что у нас «Казак-2М» экспортный сильно отличается от «Казака-2М» украинского, потому что у экспортного, так как на экспорт не выходи, с механической коробкой там только автоматы. Собственно, и здесь-то не вполне понятно, почему вот все говорят, что должна быть механика. Есть очень хороший... Не, типа проще, но дело в том, что военные автоматы, они тоже очень надежны. Эллисон не зря считается чуть ли не самым надежным производителем коробок. То, что нельзя буксировать или там с толчка, как говорится, да можно. У военных коробок есть специальный режим. Миф про то, что автомат просто потребляет больше топлива, чем ручная коробка. И это тоже не соответствует действительности. И получается, что все вот эти минусы, они вымышленные, а вот плюс, о котором все забывают, он реальный. Машина с автоматической коробкой может управлять раненый в руку человек. Он может управлять одной рукой. А как это будет управлять? Ну, да, сутевый плюс. Суть в том, что этот момент часто подчеркивается за рубежом. Вероятно, в реальных боевых действиях это достаточно частая ситуация. Поэтому за границей можно использовать только автоматы, и вообще никто не смотрит на механику. Но чтобы механику, чтобы идти от механики к автомату, нам пришлось поменять еще и двигатель. Потому что эллисоновские коробки не пристыковываются к фиатовскому двигателю без переходника. А этот переходник — это дополнительные деньги. Проще уже взять тогда другой двигатель. Плюс мы и сами вообще-то рады, что мы можем взять другой двигатель, потому что ИВЭК — это двигатель хороший.
Но он сложный, там много електроніки. Угу. Тобто, з точки експлуатанта, це круто, що є уніфікація. Тобто, з вашої точки, як розробники, ви б могли цій машині ще більше дати. По бойових модулях була спроба встановлювати турецький Асилсане, так, бойові модулі. Це для нашого замовника на експорт ви хочете вийти? Як з цим вийшло? Це ви як-то нас даже обіділи, сказав, попытка. Не попытка, ми дійсно встановили. Окей, розказуй тебе, да. А от нотаріально завірений скриншот цього. Ні, ми дійсно встановлювали, причому встановлювали кілька модулів. Ми її встановлювали отечественно. От одна, кстати, по-моєму. Ні, це нет. Это турецкий тоже. Это турецкий, действительно, просто его похоже на один из них. И такой. И мы, на самом деле, турецкий устанавливали еще и... Это было, по-моему, в 17 году, когда они были только прототипами, к нам приезжали турки и показывали для... Там была сложная ситуация. Они показывали для иностранного заказчика, а почему на украинской машине, ну, во-первых, им казалось, что казах хорошая машина как база для модуля, а во-вторых, там же были, на самом модуле были установлены ракеты «Луч», и фактически заказчик смотрел на то, как модуль поражает ракетами «Луч», а на все остальное. Модуль это было, грубо говоря, то, что вертит эти ракеты и прицеливает, а казах той табуреткой, на которой это ездит. То есть их в данной ситуации это интересовало меньше, чем сами ракеты, поэтому фактически это был украинский проект для иностранного заказчика. Ну, там, насколько я знаю, по каким-то причинам заглохло. Помпа очень тривиальная, у заказчика не оказалось денег на закупку всего этого дела. А вот сейчас, в этом году, это было как раз-таки осенью этой, Асилсан, именно это производитель модуля, он привез еще два модуля, один из которых был установлен... мы их устанавливали на Казаки, и один из модулей мы устанавливали на Харунжи. Это на модернизированный БТР-60. То есть они прям несколько модулей привезли. И все, что вы здесь видите, это как раз таки эти самые модули. С них мы стреляли. Ну, не мы, а, собственно, Асилсан стрелял. Были показы перед представителем Министерства обороны. Угу. Но это было, это на самом деле все это в ноябре. То есть что будет дальше с проектом, мы не знаем. Тут же очень простой вопрос. Модуль вещь очень дорогая. Очень дорогая. И с модулями, как бы вот объяснить, нету, мало кто чувствует, зачем модуль нужен. Первейшее, ради чего считают, что нужен модуль, чтобы стрелок был защищен. Но это скорее вторичная функция. Первое, что дает модуль, это огромная экономия патронов. Задача модуля – поразить противника до того, как он тебя увидел, из первого выстрела. Именно поэтому в модуле невероятно важна точность прицеливания, скорость компенсации всех наклонов. Почему модуль дешевый? Он будет, модуль не бывает, ну, короче, они не могут быть дешевыми, потому что если ты экономишь на механике, у тебя модуль перестает, скажем, попадать в движение, а модуль, который не попадает в движение, это не модуль. Поэтому мне смешно, когда один из разработчиков украинских модулей гордо заявил, что у них на модуле нет стабилизации, благодаря чему модуль получается дешевле. Так хочется сказать, но если у вас нет стабилизации, то у вас не модуль вообще. Это все равно, что мы продаем машины без колес и двигателя, поэтому они у нас получаются дешевле. Да, так вот, это к тому, что на самом деле я не могу вам ответить по относительно перспектив, будут ли казаки вооружаться этими модулями. Мы-то не против, а Асилсан сильно за решение за, так сказать, заказчиком. Потому что модуль дает серьезное преимущество, важно им распорядиться. И пока не будут чисто на уровне, знаете, бухгалтерии понимать, что модуль еще и экономит средства, вот это, честно, как бы это цинично не звучало, самый простой механизм принятия решения – это бухгалтерия. То есть, вот это невероятно цинично, повторяю, звучит, но за границей подчеркивается, что тратится на защиту бойца такие деньги, потому что боец – вещь дорогая. Ты на его обучение тратишь, на его содержание, и в случае его гибели – Там выплачиваются очень большие деньги так семье пострадавшего. У нас тоже не маленько. Так вот, то есть, грубо говоря, это, знаете, это не только философская категория, это что человеческая жизнь бесценна. Она имеет вполне конкретное и очень серьезное денежное выражение. Так и здесь. Как только поймут, как модуль экономит, на него будет согласны тратить. Вы хорошо помните, в районе 2015 года, когда отказывались закупать беспилотники для корректировки огня артиллерии, когда говорили, как это он стоит несколько миллионов? Да вы что? А когда там потом один артиллерист сказал, давайте посчитаем, сколько мне экономит то, что я могу нормально прицеливаться, вот просто возьмите выстрелы, которые я мимо кладу, и посчитаем.
І сразу, от, коли посчитали, всі поняли, що нормально потратити багато мільйонів. Чи не було ідеї ставити українські бойові моделі? Які? Ті, що пропонуються. Які? Кузня на Рибальському пропонує свої легкі пулеметні умовно. Ми ставили Іву. Це Чезаровський. Ну, за що я должен сказати, Тарас? Вот вы хотите, чтобы я в эфир сказал, что модуль никуда не годится? Нет украинских нормальных модулей такого. Это не модуль, это фуфло. Они не попадают. Какой толк от модуля, который не попадает? Более-менее нормальный – это модуль «Штурм». Мы его действительно… «Штурм» и его модель, ну, модификация. Я не хочу обижать харьковчан, а то у меня так уже опыт этого есть. Но просто «Штурм», «Парус» – это продолжение идеи «Штурма». Вот. Так вот эти два модуля «Парус», «Штурм» – они хорошие. Ну, они, ну, они не супер, но они хотя бы более-менее отрабатывают свои деньги. То есть там хотя бы понятно, за что ты, в чем упрощение, но в более простой конструкции они работают нормально. То есть, грубо говоря, вот это модули, которые можно реально использовать. Их мы как раз считаем основными боевыми модулями для машин «Атома». Все, вот такой украинский боевой модуль есть. Украинского боевого модуля такого калибра банально нету. Есть огромное количество людей, которые рассказывают, что мы разработаем модули, у них на выходе получаются... Вы помните, в 2014-2015 году сколько было производителей бронеавтомобилей? Да. Богдан, да, вот тот выкатывал Барс. Барс, вот, да. Вот, вот это, Тритон. Вот та же история с этим боевым модулем. Это просто не изделие. Оно на бумаге стреляет, может вертеть со на выставке. В реальности оно никуда не попадает, да, в статике не попадает. Тоже было свитками такого. Да. Але тут питання саме до бази. От, чи може... бути на базі козака якась така штука, як от у росіян там є, да, от коли вони Тайфун ставлять. Да. Да, це от інтересна історія. От в російській армії появились останні роки дві дуже хороші машини. Тобто я просто розглядаю їх як машини, можу сказати, що це... Ну, нельзя сказати, що це не имеют аналогів. Но на самом деле они одни из лучших в классе. То есть вот эти вот компания, которая Рим-Дизель, она действительно явно очень хорошо знает свое дело. И Тайфун 4х4, и особенно Тайфун ВДВ, это действительно хорошие машины. То есть тут без вопросов. Mm-hmm. Могу только поздравить, что получилось сделать действительно машину, которая не всегда... Она страшно выглядит, но это не главное в машине. Да, и вот на Тайфун ВДВ действительно поставлена 30-мм. Но тут я не знаю. Я могу только сказать, что машина по информации, которую я вижу, по той, как она ездит, по тому, то, что показываются отчеты по испытаниях, то есть если она соответствует своим характеристикам, то это хорошая машина. Идея вставить туда аж 30-мм модуль мне представляется достаточно спорной. То есть, ну как это? Я, ну, просто я себе представляю, какого размера и веса должен быть боевой модуль с 30-мм пушкой. И вот то, что показано, оно примерно соответствует. И я вот не могу понять, как машина с этим ездит, как она вот ведет себя, когда стреляет. Может быть, оно у них работает. Но тут я не могу сказать, что это мне представляется хорошая идея. Поэтому я бы лично штурм на казак не ставил. Если так. По сути, звучит так. Так. Вот да. Там ставится 30-мм, можно ли 30-мм штурм поставить? Но он в текущем... Можно, но лучше не надо. На самом деле, я сомневаюсь, что он влезет. Это в первую очередь. Там же достаточно широкий. Не, он вот влезет. Но радости, как я уже говорю, это не принесет. Давайте про «Казак 2М2» поговорим. А я уже, собственно, рассказал. Это, по сути, экспортная версия. Значит, в чем ее отличие? То, что там коробка-автомат, что потянуло за собой переход на двигатель «Дойц», или еще мы рассматриваем «Катерпиллер». Вот два варианта. Может, это вообще будет «Камец». Он же дело в том, что вот он был показан как идея в 17-м году. А он есть в металле? Нет, уже нет. Вот мы как раз недавно разобрали, но вы спросите, почему? Потому что мы как раз хотим в течение следующего года, а возможно даже в самом его начале, так и сделать уже как, ну, предиспытательный, давайте его так назовем, прототип. И этот прототип, вот почему я сказал, что пока не могу сказать, какой там двигатель, потому что вот до этого мы считали, что это будет однозначно Дойц, но сейчас есть определенная мысль, что нам нужна иногда альтернатива. Те, кто разбирается в геополитике, в военных закупках, поймут, почему Дойцу всегда нужна альтернатива. И вот альтернативой будет или Каменс, или Катерпиллер, то есть базовая версия с Дойцем, а Катерпиллер будет запасной. В любом случае, то и другое – это очень простые двигатели. Мы хорошо понимаем, что Дойц, как минимум, очень простые двигатели, потому что мы используем Дойца на Атамане и на Харунжем. И мы знаем, что это просто совершенно другой уровень электроники, то есть это настолько простой по сравнению с ИВЭКовским двигателем, что
Небо и земля, ей-богу. И поэтому мы однозначно на экспортной версии будем устанавливать такой двигатель. Он же, из-за того, что это двигатель мощный, если Caterpillar, то это 360 лошадиных сил, если Deutz 355, он дает нам возможность выйти на более высокий вес. А вторая вещь, которая дает нам такую возможность, это оси. Мы в этом случае берем более грузоподъемные оси. Угу. И для чего нам нужна эта лишняя несущая способность машины? А потому что нам очень желательно выходить в этой машине уже на третий станок. И в этом случае машина может быть тяжелее. Может всякое. Когда закончится разработка, у нас же, раз это будет третий станок, мы же еще не знаем, как мы его будем делать. Мы вот прямо сейчас, вот как там ТЭК, прямо сейчас. Вот мы прямо сейчас решаем, как его, собственно, делать. И мы не знаем, на самом деле, будем ли мы использовать только сталь или сталь в комбинации с керамикой. Если будет сталь в комбинации с керамикой, возможно, мы вообще останемся в тех же весовых категориях. То есть, может быть, тогда машина не будет такая тяжелая. Но в любом случае, там будет стоять Deutz Caterpillar или Caterpillar хотя бы из-за его простоты. Точно будет автомат, а подвеска будет уже идти от, так сказать, веса, который получится. Два питання. Чия бронесталь використовується? Фінська. Да. А чому не українська? Потому что українська сталь, как и многое сделанное на Украине, как и многое сделанное в странах бывшего СНГ, имеет одну неизбывную проблему. Контроль качества производства. И в таких вещах, как бронесталь, есть один момент. Она вот на этом участке имеет одни свойства, а вот на соседнем другие. И вот невозможность. То есть на бумаге это хорошая сталь, но когда нет возможности гарантировать одинаковое качество по всему листу, в таком деле, как защита людей, это принципиальный момент, который просто исключает возможность брать. А поэтому мы берем Miilux, это, собственно говоря, лицензионная версия Armax. То есть это, а что такое Armax, думаю, знают все в теме. То есть это просто очень хорошая бронесталь. Друге питання, який відсоток української локалізації виходить на машині? Ну, або хоча б якесь співвідношення. Тобто... Ти по матеріалам маєш на увазі? В цілому, да. Та тобто... ладно, можна не уточняти, Олександр. Здесь українські мозги. Здесь дуже мало своєго. Ну як, на самом деле, то, що машина розроблена почти до винтика українським КБ, дозволяє сказати, що це українське. Но матеріали... Ну, слушайте, ну, если вот попытаться найти, что там действительно точно украинское, то, допустим, украинская там проводка. То есть проводку вот делает одна украинская компания. Мы же сами, кстати, делаем сиденья и стекла. А мы украинская компания. Да, мы делаем стекла из зарубежных комплектующих. Но все-таки, понимаете, тут же очень сложно ответить на вопрос, потому что где ты проводишь грань по, грубо говоря, национальности комплектующей? Ми ж живемо все-таки в мірі... Ну, не просто... українське, це ті, коли береться щось готове і просто ставиться. Ну, смотрите, ми некоторі речі беремо чисто готове. Повністю готове, це, допустим, мост. От він повністю готовий, ми просто ставимо. Ну, допустим, стекло, да, ми собираємо із іноземних комплектуючих, але воно по итогу виходить нашим продуктом. Корпус, опять-таки, да, матеріал фінський, режете його, як мінімум режуть його на мощностях української компанії. То есть разработка. То есть я просто не могу из-за невозможности на него ответить именно по таким соображениям. То есть, если так посмотреть, чисто украинские комплектующие здесь очень мало. Но в целом машина все равно украинская. Тобто виходить, що от деякі країни на експорт, вони навпаки щось попроще, а ми в Україні така ситуація, що навпаки на експорт ми намагаємося зробити є щось така, подороже, є покруче. Є така проблема, але вона чим об'ясняється? Что? Эффективность. Слушайте, мы что, были бы не рады делать броневики по 100 тысяч? Не, мы мази... простенькие. Грушима. Есть одна проблема. Ага. Первая проблема называется компания «Практика». Знаете, вот мы крас наоборот. Вот. Крас говорит, что вот мы начинаем делать... Сейчас я опять крас оскорблю. Ну, короче говоря, давайте вот возьмем... Кого бы оскорбить тогда? Крас можно оскорбить? Да, окей. Да. Что крас, вот они начинают делать крас, что они, за что не берутся, получается красы. Они сами так говорят. А у нас, за что не беремся, у нас получается сложное и дорогое изделие.
Инкассаторские автомобили. Да даже они были, кстати, достаточно сложными. То есть у нас хорошо получается. Нам проще сделать машину по сложному техзаданию, чем упростить. У нас как-то получается делать именно скорее хорошие, чем сложные, чем простые вещи. То есть просаж тоже может быть хорошим. А вторая причина — это техзадание. Это же отталкивается от техзадания Министерства обороны. А техзадание Министерства обороны, оно на чем строится? Понимаете, есть здесь, тут, как вам сказать, тут это просто для телезрителей, ну, той части, которая не зумеры. Я хочу сказать, что как же делается вообще техзадание? Техзадание на такие машины, вообще на военную технику, пишет определенный институт. Это институт Министерства обороны. Вот этот институт, он составлен из людей, которые, с одной стороны, должны учитывать современные тенденции, с другой стороны, должны опираться на реальные нормы. Чтобы потом, когда его спросят, а чего ты вот здесь, в таком-то пункте, прописал такое требование, с какого потолка ты взял, и он должен предъявить этот потолок. А что ему предъявлять, кроме советских стандартов? Это же очень легко с трибуны говорить, что мы отказываемся от наследия СССР и идем в НАТО. Но у нас нет интеллектуальных мощностей, которые позволяют на месте советских стандартов создать новые. Это же очень сложная вещь создать стандарты. Ну, он приклад с Сайгаком, где, по сути, ТЗ від УАЗа, да, там. Не, ну это отдельный вопрос. Нет, ну, конечно, никто на самом деле тупо не берется. Но в любом случае, люди тупо, обязаны основа, опираться на советские нормы. А советские нормы, все-таки советские нормы, они были очень серьезными. И поэтому то, что у нас в тех заданиях используются советские нормы, это не минус, это в том числе и плюс. И, кстати, большой плюс в том числе, знаете, для кого? Для зарубежных заказчиков. Они говорят, у ваших машин есть два очень больших преимуществ перед остальными. Во-первых, вы же используете их у себя вот в этом вашем горящем конфликте на Востоке. Ваши машины проверены в бою, а не только в лабораториях. Это первое. А второе, на что они обращают внимание, это то, что ну вы же наследие Советского Союза, а мы знаем, в Советском Союзе техника была хорошая и проверяли ее очень хорошо, потому что вы были воинственным государством, так сказать. И поэтому у нас мы бы могли делать, да у нас только по тех заданиям не получается. Чтобы мы, у нас, простой пример, климатическая зона, минус 40, плюс 55. Казалось бы, ну зачем в Украине? Где на Украине можно идти минус 40 и плюс 55? Нигде. Но зато соответствие машин такой климатической нормы позволяет нам, допустим, продавать в жаркие страны. У нас и так, мы знаем, как расширить мощность кондиционера и как сделать термоизоляцию, чтобы машина могла ездить в плюс 50. Я просто попасть. Могу сказать, что... Это я говорю не теоретически. У нас же часть поставок за рубеж, часть наших машин эксплуатируется в стране, где вот мы самолично видели, когда там приезжали, ездили на наших машинах, уже переданных части в эксплуатирующихся. И у нас вот есть прямо съемка, как на этом термометре внешней температуры показано, плюс 48 Цельсия. Мы такие, ого. Да, тут ще у нас питання про різні модифікації, ну, в принципі, про них. Взагалі, є якісь давай, давайте я прочитаю. Я, знаєте, почему-то лучше письменно воспринимаю. Кулісно ЗРК. Що таке ЗРК? Зенітно-ракетний комплекс. Господи, так би і написав. Я что, зумер? В общем, да, можно, но единственное, тут стоит, возможно, брать не Казак-4х4, а делать его 6х6, вот как Нимры делаются, Хафеты, у них уже как раз под зенитки, они делают 6х6. То есть то же самое, просто еще одна ось. Ну, как маленький грузовичок получается. Это можно его технично реализовать. Технично, вот на Казаке-2М это вообще элементарно. Он просто ходовой, у нас модульное, просто добавляешь. Ну, только не третий, а наоборот второй, а третий сдвигаешь, ну, проходную ось. Да, мы как раз думали о том, что вот раз сейчас иглы начали покупаться, пятые в таких модификациях 6х6, Нимры, Хафеты пошли, что вот нас Казак 6х6 тоже возможен, потому что у нас технически, вот 2М точно легко перейдет. И тогда вот такой Казак трехосный, у него получается возможность ставить сзади первое, что приходит в голову, да, зенитка. А є взагалі від замовників українських якісь запити, прохання, типу, от розробіть нам базу під якісь такі речі, спеціалізовані, ну, там, міномет, там, да. Наприклад, да. Да, ми от тот же Харунжий, уже Харунжий ще... Ні, от саме нет, на базі нет, Казака, я, нет, нет, БТРі. Отвечаю на этот вопрос, я вам скорее приведу пример именно не Казаков, а бронетранспортеров, потому что у нас чаще такие пожелания идут от бронетранспортеров. Казак более не воспринимается как универсальная машина. А там говорится, можно ли вы сделать минометный? И вот мы тот же Харунжи делали уже, ну как прототип, и минометный, и штабной, и грузовой,
і просто для перевозки, і санітарний, і просто для перевозки людей, уже 5 даже, чи 4, подумав, на самом деле 5 модифікацій. Та ми з казаком такое сделаем, просто, знаєте, ну, міномет так точно не проблема установить. Слушайте, будем откровенны, мы же, в конце концов, вот эта же машина ни для кого не секрет не делается, где делалась. Mm-hmm. Вот. Вот у нас есть, можно сказать, если Барс считать казаком, ну да, понятное дело, там разработка самого Богдана, но я имею в виду, что мы имели опыт изготовления бронеавтомобиля, который устанавливается миномет. Соответственно, мы также можем и казак. Единственное, что в этом случае... вроде відмовляється вже. Дело в том, что там сама по себе вот эта идея выдвижного укладывания, да. Там самая была, насколько я знаю, самая большая проблема не к машине, да. Ну, да. А к со системе управления минометом. Причем не к самому миномету, а именно к системе его управления. То есть, короче, что я хочу сказать, что считайте, что миномет у нас реализован, но можем такое сделать на казаке, причем мы бы его делали не выдвижными, а непосредственно стоящим. Тут миномет небольшого калибра вполне туда поставится. МДИЧная версия, да? Ну, МДИЧная версия, мы очень давно пробиваем эту идею, что, вообще-то говоря, у вас есть потребность в машинах санитарных переднего края, именно которые просто везут с поля боя, а вы туда обычные богданчики гоняете. Або хаммером. Или хаммер. Да, мы же делали этот медицинский хаммер. Ну, да. А моего сколько сделали? Два. Даже один. Нет. Ну, один был макет. Мы... Про него. Игорь рассказывал про него, да. Пардон, там был последний. Який шляхи розвитку? Ой, знаете, рассматриваем мы практически любые. Вот единственное, что машину по развозке мороженого как-то опасаемся. А вдруг растает. А так, на самом деле, в этом же идея вот этих машин, МРАПов. Ну, эти вот легкие, они называются Light Armored Vehicle, легкие бронеавтомобили. Такое, знаете, максимально широкое понимание. И же идея в том, что они универсальны. На базе этого можно сделать что угодно. Их задача вот быть старшим, куда пошлют. Вот. И по большому счету на такой машине можно реализовать все, что технически вообще выполнимо. А там, где технически есть проблемы, вот я вам говорил, вариант это сделать 6 на 6. Поэтому вот. Окей, закрываем тоді тему козаків других, да. Переходимо до п'ятих. Да, п'ятий – это простая версия, это то, что называются полицейскими автомобилями, бронеавтомобилями. Но тут надо понимать, что такие автомобили используют не полиция прям в прямом смысле, скорее всякие подразделения типа СВОТа американского. Машина, вот это конкретно Казак-5, вот ее примерно, если в армии искать аналоги, то это будет машина типа Шерпы. Их так и называют Utility Armored Vehicle. То есть вот такая, она обычно делается на 4-5 человек с кузовом, и она выполняет за задачу еще более рабочие лошадки, чем машины типа МРАП. То есть совсем уж не боевые. Дешевшая эксплуатация. Она дешевая эксплуатация, главное, она закрывает те моменты, где как-то не хочется гонять полноценную, а можно отправить чего-то попроще. Тут инше шасси. Шасси здесь супер популярное для этих машин Ford F-550. Mm-hmm. Если вдруг кто не знает, что такое Ford F-550, вот, хотя мне кажется, что про эти машины наслышаны. Это как... самый шасси, как у новатора. И новатора. Слушайте, да. На Ford F-550, наверное, только ленивый не делать. Я же даже думаю, что... Ладно, короче, популярное шасси, да. И это в ваших цехах их. Да, это как раз пока. Я почему это фото вам дал? Потому что здесь видно, что мы используем. Вот, если... Вернитесь, пожалуйста. Видите, какие колеса? А теперь вернитесь на то фото. То есть мы используем не вполне шасси в таком виде, в котором оно делается. Мы специально заказываем усиление, а в какой-то момент мы стали его самостоятельно делать. Вот на последних партиях мы уже самостоятельно делаем. Что это такое? Усиление предполагает, во-первых, усиление передней оси. Потому что у Форда самое видите, что это пикап. Грубо говоря, она и Ивека есть, но Ивека не такая большая дисбаланс нагрузочной способности у базового автомобиля, и даже там мы усиливаем все равно переднюю ось. Ну, кстати, с помощью самого Ивека Украины, за что большое им спасибо. А в случае с Фордом, здесь нам Форд Украины помощник, потому что с точки зрения Форда Украины, Форда F-550 не существует. Так как F-серия, она в принципе не предназначена для продажи в Европу. Поэтому они не умеют с ней работать. Угу. Ну, это и логично. Цикованько. И, соответственно, они нам тут не помощники, поэтому мы просто изначально обращались к одной компании, которая непосредственно в США эта компания находится, она непосредственно специализируется на усилении Фордов, потому что просто вот взять Форд и сделать в нем бронеавтомобиль – это неправильный путь. Да, некоторые производители так делают. И потом у них...
бывают проблемы с передней подвеской. Потому что самая большая проблема, если взять вот Ford в таком виде, это в том, что у него очень сильный дисбаланс между нагрузочной способностью передней оси и нагрузочной способностью задней оси. Ну, машина-то пикап, предполагается, что все коровы будут грузиться сзади, а не спереди. И поэтому передняя ось, она вот вроде есть, но ее явно надо усиливать. И вот они усиливают сам корпус оси, меняют амортизаторы, меняют пружины, в задней оси еще и меняют тормоза. И еще один момент, что делается, это... еще стабилизаторы, но это уже по мелочи. Это ставятся большие колеса. Соответственно, поэтому, когда машина приезжает уже, она не совсем является базовой. Это уже измененная база. И вот мы снимаем кабины, и вот на базе этого делаем. А вы прям закуповываете полностью... Изначально было так. Мы закупали, покупали машину у дилера в США. Угу. Дилер отправлял фирму усиления. И потом уже готовая усиленная машина плыла сюда. Угу. Сейчас так мы делаем... Мы по-другому делаем. Шасси, да? Не, можем. Вот сейчас мы покупаем у дилера шасси и покупаем просто комплекты усиления, а само усиление делаем у себя, потому что, как говорится, мы же сами все это можем сделать. Более того, некоторые моменты усиления мы самостоятельно переделали, скажем, мы совершенно теперь по-другому усиливаем переднюю ось, не так, как та компания. Козак 5 – це не для українського ринку. Не, почему? Знаете, Козак 5, вот в похожий, вот это прототип, но мы сделали для УГО, управления государственной охраны, машины на 9 человек, но с пониженным уровнем защиты. Там вот. Первый станок, другой? Первый, конечно. Второй, у него второй как бы в базе, но, видите, тут же есть сзади грузовой отсек. То есть невозможно его сделать. Вот он. Мы это для Корда. Помнится, когда разрабатывали, думали, что для Корда это будет. Але Украина не купувала пока что. Я вам так скажу. Индюк тоже думал. Нет, конкретно такой грузовой модификации не покупала, но покупала Казак 5 в модификации с уменьшенным уровнем защиты, но на 9 человек, это УГО покупали, и МЧС, ну, она же не МЧС, а служба чрезвычайных ситуаций, покупала машины под названием Казак 5 ПМЛ, ну или у них они назывались просто ПМЛ-ки. Просто Казак ПМЛ она так называлась, хотя правильно говорить Казак 5 ПМЛ. Это машина для вывоза выкопанных из земли мин и снарядов. И, ну, там, в принципе... А именно вот в такой базовой версии, второй станок, 4 человека, грузовой отсек, все это на данный момент шло только на экспорт и продолжает идти. Короче, в 2020 году Малайзия хочет купить машины класса бренд-транспортер 6x6 и класса казаков. И мы участвуем в тендере с Атаманом и с Казаком 2М2. И одним из условий тендера является, что участники должны предоставить машины на испытания, так сказать, приемочной комиссии, которая приезжает в страну производителя и на месте по своей малайзийской программе катает. И в 2020 году это было. Это был проект вместе с экспортерами, они, собственно говоря, ведущие этого проекта. Они действительно приехала целая комиссия, 2,5 недели мы ездили по разным точкам Украины, потому что там были, допустим, горные испытания только в Карпатах. Возможно сейчас сделать. И одним из пунктов были испытания, которые реально бы могли пройти только на полигоне КРАС. И мы хотели сделать красивую съемку с квадрокоптера. Нам сказали, нельзя. Завод, режимный объект. Режимный объект. Мы говорим, чуваки, у вас на Google Maps можно приблизить и рассмотреть весь ваш чертов режимный объект. На что было сказано? Ну, мы просто с Google картами ничего не можем сделать, а с вами можем. Они спутнику-то не могут запретить, а когда... Мы теж постоянно с такими историями стикаемся. Короче. Добре, значит, Казак 5 – это больше для экспорта, пару штук. Да, вот, кстати говоря, это мы с другой южноазиатской страной, с Индонезией, потому что мы планируем Казак 2М2. Производитель в Индонезии это будет в этом случае, если проект... Он сейчас просто из-за ковида очень завяз, так сказать. А в Индонезии зараз, я читал, что 2 в эксплуатации не будет. Да. Мы, они заключили с нами. Это большая индонезийская компания Pindad. Производитель местный, они производили вот этот Комодо, допустим, наиболее известный из того, что они производят. И они как раз-таки хотят, ну, в любом случае, продолжают хотеть, давайте так сформулируем, по-другому просто это не сказать, производить так называемый новый Комодо, новую версию Комодо. В реальности это будет Казак по лицензии. Мы в этом случае будем поставлять
бронекорпус, там отдельные части, ключевые моменты, они там по возможности будут локализировать. Но, к сожалению, из-за ковида это вот сейчас просто говорят, слушайте, сейчас не бюджета на это нет. Угу. Сейчас вообще нам особо не до этого. Вот подождите, когда закончится, да. Тогда это. Ну вот это как раз фотография, когда вот было принято решение о том, что они с нами работают, и результатом этого было то, что мы действительно в течение 2020 года отправили туда, по-моему, не в декабре 2020 года, хотя я уже могу путаться в годах, но, по-моему, в декабре 2020 года, да, в декабре 2020 года точно, туда приплыли две машины, и они вот сейчас у них, ну, фактически они там стоят, чтобы мы приехали, обсудили тех задания, когда уже будет понятно, что это можно двигаться дальше. Но пока непонятно, и мы сами, честно, не знаем, когда оно разморозится. И... финально. Казак 7. Да. Это довольно интересная идея. Дело в том, что как не усиливает то несчастное шасси Ford F550, это все равно будет усиленное шасси, а не то, на что изначально рассчитана конструкция. Это не військовое шасси. Нет, суть в том, что когда ты усиливаешь подвеску, тормоза, все равно ты не можешь полностью поменять всю конструкцию, всю раму, всю эту. У тебя все равно останется то, что рама была рассчитана на другой вес. Что у тебя машина, когда она проектировалась, она была рассчитана на другие нагрузки, на другое распределение. И поэтому неизбежно, когда вот происходит усиление, да, машина не будет ломаться через год, как иногда бывает с неусиленными. Но все равно это плохо для жизни машины, для именно, так сказать, service life. И получается, что единственным здесь решением является радикальная замена самой ходовой части. И вот компания, с которой мы работаем по ходовой, опять же, для того же «Атамана», для, ну, в первую очередь для «Атамана». Это очень большая компания, это, прямо сказать, вообще мировой лидер. Это компания «Excel-Tech». Собственно, самый простой способ – это, как они сами говорят, загляните под машины, военные машины, посмотрите, какая лейбл стоит на их осях. То есть это действительно огромная компания, у нее очень много инженерных решений. У них есть, собственно, инженерное решение по замене ходовой «Форда» их собственными мостами. И вот то, что видите здесь, это оно. Это дает кучу преимуществ. Потому что Ford – это же хорошая база. Самое классное в Ford – это двигатель. У них отличный V-образный двигатель, относительно экономичный. Да, он опять-таки имеет проблемы с электроникой, да. Тут, конечно, проблемы идентичные двигателям FTP. Там много электроники. Но сам по себе двигатель, по характеристикам, он компактный, он 6,7 литров. А из него можно выжать до 440 лошадиных сил и до 1200 ньютонов на метр крутящего момента. Это важный момент. Ну, момент, как известно, важнее, чем мощность. То есть двигатель отличный. Сервис Форда есть в каждой дырке. Проще говоря, ну, даже в самом захолустье, в самых таких странах, где сложно, допустим, найти сервис условно Эвека, все равно будет сервис Форд. И поэтому Форд, и Форд это, в конце концов, Америка, а многие страны вот азиатского региона, скажем так, они испытывают чрезмерно испытывают переамериканское. Американское это хорошо, поэтому Ford банально работает. Поэтому, чтобы продолжать работу с Ford, нужно просто убрать его слабые места. И вот это решение позволяет убрать. Это что? Ну, это дает уже нормальную сразу подвеску, рассчитанную на нужный вес, причем на больше, чем мы достигали с усилением. С усилением мы выводили машину на 10,5 тонн полной массы. Сейчас здесь получается 12 тонн. Это позволяет нам сделать машину со вторым станагом с отсеком до конца. Поэтому «Казак 7» у него будет 9 мест и, собственно говоря, второй станаг. Плюс, сами по себе здесь все, они же, там же куча, так сказать, типовых элементов, которые используются для других подвесок военных машин. Поэтому там те же военные колесные редукторы, которые опять-таки используются для программы JLTV. То есть, грубо говоря, там вещи, которые испытаны другими, на других машинах, в других условиях многократно. То есть, это однозначно рабочее решение. Плюс здесь есть центральная подкачка. Ну, короче говоря, здесь получается машина. Пусть это не «Казак 2М», потому что здесь нет независимой подвески. Хотя у них есть решение установки независимой подвески, но сейчас, чтобы не запутать всех, в конце концов, все равно я это уже, скорее всего, сделал. Но, скажем, в текущем решении это зависимая подвеска. Но все равно она дает очень хорошие ходовые качества, пусть не на уровне «Казака 2М», но недалеко от него. Поэтому мы говорим, что это фактически уже не полицейский броневик прокачанный, а скорее Home Edition для «Казака 2М». То есть это тактический бронеавтомобиль для тех, который не хотел бы тратить на полноценный, но все-таки хотел бы получить что-то более-менее военное. Это его концепт. Здесь вот я, кстати, смотрю, что это
что это вообще такое, а куда делись здесь окна? В общем, знаете, вот то, что Тарас говорил, знаете, иногда вещи исчезают сами по себе. То НСВ куда-то делось, то здесь окна. В общем, мыши страшные вещи. И как щодо того, коли в металі він буде... Мы очень надеемся его в металі сделать в январе. Его он делает в январе, да? Да, так он сейчас делает. Ходе там, да? Слушайте, его разрабатывали на самом деле еще летом. Было выделено в КБ люди. Вот, кстати, человек, который был на предыдущей фотографии, это Алексей, значит, один из наших ведущих конструкторов. Угу. Это, по-моему, даже еще весной или летом. Ну, короче говоря, он глава этой команды разработчиков, и он, собственно говоря, занимался вместе со своими коллегами этой машиной, если я не ошибаюсь, то, ну, самое позднее с лета. И, собственно, уже прототип полностью, его конструкция утверждена, уже выдан металл, его осталось только порезать, собрать. Вот мы же дело в том, что всю осень занимались тем, что делали это большое количество казаков 2М. А это вообще для нас очень волнительный момент, потому что всегда, когда машина попадает в серийное производство, с ней случаются куча изменений в конструкции по сравнению с прототипом. То есть выясняется, что чтобы серийно изготавливать, нужно некоторые вещи сделать не так. Они не меняются принципиально, но все-таки вот кронштейн уже по-другому сделан. Угу. Для этого не нужно проводить заново испытания, в машине ничего не поменялось. Но конкретно конструктивное решение стало другим. Поэтому вот мы были очень в этом году заняты попаданием, вот мы так называем, попаданием казака 2М из состояния прототипа в состояние производимой серийной машины. Плюс это, в конце концов, наше было первое серийное производство машины с несущим корпусом. То есть это был, ну что называется, как первый экзамен. Очень важная вещь. И вот сейчас мы сдали последние машины. Это было пару недель назад или недели, знаете, немножко... Ну, короче, совсем недавно. И вот теперь мы как раз... Тобто після 6 грудня ще там трошки досипали Козак 2М. Да, да. Угу. Да, да. Что-то вы там... Нет... 6 декабря, ну, ну где-то, там, где-то в этом районе были даны, потому что у нас были просто одни гости, они приехали, мы говорим, ну понимаете, у нас цех совсем пустой, потому что вот если бы приехали вчера, вы бы видели здесь машины. Так мы как раз буквально и вчера вечером отдали. И получается, что сейчас как раз-таки все, что работало в конструкторском бюро, начнет воплощаться в металле. Просто по казаку 2М2 там еще куча решений не принято, мы будем собирать, смотреть, как получается, что-то там по результатам заводских испытаний. Здесь, поскольку машина-то представляет собой просто улучшенную версию казака 5, многие конструктивные решения уже известно, как работают. То есть тут же корпус новый не надо, он лишний слегка модифицированный. И получается, что мы, соответственно, здесь уверены, что мы до конца января сделаем казак 7 в металле. А Казак 2М, когда в металле, ну, может, весной, может, летом, не знаю. Там еще много что предстоит есть. А я просто к тому, что вы не удивляетесь, что он быстро. Он на самом деле большую не часть процесса... просто фиксуем. Да. Просто большую часть конструкционного процесса разработки у него уже прошла. Ну, знаете, у нас же, сами видите, у нас вот, если вы посмотрите на фотографии наших конструкторов, вы обратите внимание, что у нас вообще КБ большое, но молодое. То есть у нас средний возраст КБ где-то вот в районе, наверное, даже меньше 30. Это, так сказать, наша принципиальная позиция, потому что, короче говоря, есть свой плюс в молодости. Прикольно. Раз, питание. 500? Ого. А, так, а вот... это у вас первый зафиксированный серийский случай, когда у Тараса не было... То він, мабуть, поспішає вже просто. А, таке питання. Що значить цивільна версія? Да, от пусть Алекс... Це Ford 550? Його вже випускають, да, на Форді. Алекс, нет никакой необходимости в... Давайте вы посмотрите на гражданские тигры, которых не существует именно по этой причине. Если вы... Чем будет отличаться гражданская версия Казака от военной? Потому что она будет сделана из обычного металла, а не из брони. Это уменьшит стоимость аж вот на чуть-чуть. В итоге у вас будет машина стоимостью с Rolls-Royce, но нифига не Rolls-Royce внутри. Вот тобто, какой смысл? Непонятно, что такое цивильная версия казака. Нет, конечно, да. Если кому-то очень захочется купить военную машину, чтобы просто пощеголять, чтобы на перекрестке он мог на кого-то залупаться, а тот другой не мог залупаться на него. Это вполне понятная до Сергея звертайтесь. Вещь. То он может купить просто военную версию казака. В конце концов, Арнольд, наш и все Шварценеггер, как известно, в свое время купил военный Хаммер.
ответив тем самым на ваш вопрос. Потому что если вы проводите аналогию между военным и гражданским хаммером, то гражданский хаммер не имеет никакого отношения к военному. Это просто отдельная машина. Так и здесь. Поэтому вот прекрасный пример. Тигры говорили, когда тигр делался, это машина, если что, класса как раз вот казаков 5 или скорее даже казаков 7, такой легкий тактический автомобиль, то когда тигр делался, то тогда же говорилось о том, что будет ли выпускаться гражданская версия. И разговоры были, но тем не менее, сейчас, 2021 год, тигр военный уже 10 с лишним лет выпускается, а тигр гражданский не родился. Это машина, которая, в принципе, не может существовать, но ее существование будет абсолютно бессмысленным. Окей, ну що, тоді, в принципі, дякуємо за такий детальний розбір кожної моделі. Треба перевіритися, що всю інформацію. Буде ще додаткове питання від користувачів. Давайте. А не є? Ні, мається на увазі після подкасту, в коментарях можна буде потім ще поговорити. Ну, ви просто соберіть, я письменно відповідаю. Окей. Ну, я ж не буду, як говориться, записувати відповідь на камеру. Добре, дякуємо, Сергію. Пожалуйста. Це був 9-й епізод мілітарного подкасту 2-го сезону. Дякуємо всім, хто нас підтримує на Патреоні. І чекайте також відео нові в форматі від Тараса з розбором нових типів кораблів. Бачимо, що вам цей формат теж нормально заходить. Буде? Да, буде.